Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Макс Шустрила, Григорий Джек Шепард и я, Артур Блэк. Я вас категорически приветствую. Добрый день. Категорически. Ты прям как опергоблин. Я, да. В общем, у нас закат, и Макс, так как он у нас проводник, ведет нас на А2. Я правильно понял? Я думал, ты сейчас скажешь что-то плохое, да. Да. У нас сейчас не закат, и Макс, и такая пауза, думаю, покидает наш дом сегодня. И Макс должен умереть. Нет, у меня иммунитет! Я немножко сделал игру посветлей. Сделай, сделай. Кстати, говорят, скоро стемнеет, и мы плавно уйдем в закат, скорее всего. Кстати, было бы неплохо на ночь найти какую-нибудь по легенде. Так, я предлагаю убежище, да? Да. Макс, где? Я тут цикл. Выхожу. Я выхожу. Я вас не вижу. Не видим. Я сидел тебя вижу. Ну смотри на бородатого налево. Мужика и бандита. Налево. Ага. Вот. О, пацаны! Жесть какая. Кстати, Блэк, я тут уборщицу позвал, она за тобой прибрала банки. Больше так не делай. Пойдем. Да ладно, пусть лежит. Не, она уже. А я могу Артуру кровь перелить. Как у тебя с этим? У меня по полной. Блин, как красиво здесь с солнышком. Да. Как вот. Слепит она меня. Господа, секундочку, я чуть-чуть прибавлю гамму. Чуть-чуть. Давай, буквально. Я тоже чуть-чуть прибавил. У вас прям темно-темно, что ли? Но я просто чуть ниже сижу, чем монитор. Нет, я просто рендерю в MP4, у меня очень темно будет. Это не читерство, не подумайте. Я не выкручиваю по полной. Джек, твои оранжевые очки мне, кстати, очень сильно помогают. Посмотри, он реально как из Кразиса, то есть его ни с кем не перепутать. Максимум Стрэндж. Максимум Спид. Я, кстати, стал черным, афроамериканцем, простите. Зомби, бежим. Это было содержательно. Да. Далеко бежать до А2? И, кстати, я говорю, на самом деле... Чуть-чуть. Солнышко. Видишь, спереди гора гигантская, снежная. Вот, а, подожди, впереди. Зомби. Зомби отстали. Да под... Нет, плевать. Я просто хотел Джеку Шепарду подарить его гранату. Она лежит у меня в сумке. А у меня есть одна, и у меня больше нет места, поэтому. Ну ладно. Она твоя. Мне нужно будет немножко с местом разобраться. Кстати, тем, нет, я же ее потерял, когда меня на чешский бэкпэк и брал пушку для шестрелы. Очень трудно нам будет. У меня есть граната. Очень трудно нам тоже. Будет на А2 идти, потому что там обычно с теплыми одеждами на зимних массивах лежат люди. А их зарашить или убить, потому что там очень холодно, ну с трудом. И просмотреть эти точки тоже практически невозможно. Если начнется замес, прячьтесь. Обозначите локацию вообще в целом. Что это такое? Снизу завод, окруженный горами. Горы снежные, там по горам можно ходить только с вармклоузами. Mm-hmm. Все кемпят на горах и смотрят на эту маленькую в середине деревню. Короче, прям Саратов, в деревне вокруг горы, внизу горы. Да, понятно. Нет. Деревня посреди гор. На пути мы никак не сможем камуфляж найти. Ну, Армклоуз. Никак. Больше нигде, да? Армклоузы спавнятся на разбитых вертолетах и в бараках. Бараки мы сами уже утонули. Тут еще, правда, есть две базы, но они наверху, и мы там замерзнем. Нам бы хотя бы один тебе, чтобы ты нас крыл где-то там со всяких снежных. Ой, блин, мы уже подмерзать начали. Плюс у тебя ПНВ есть. Да, да, давайте быстрее. А, нет, нету. Блин. Я буквально одну секунду. Раз. Так, сейчас. Можете меня обойти. Тебя обошли уже. Бегите вперед, да. Я просто гранату достаю, чтобы потом нет. Все, у меня. Какая. Нам по ней? Нам нет. По ней. Когда мы идем в нее, мы упираемся во два. Есть дорога два вверх, которые, да? Нет, 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 ребят, не вверх, вниз, 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 вниз. Вверх это на военной базе. Понял. Сейчас начну труситься я. Я, кстати, хитпак с того мужика не взял. Подумал, что мы не. И вот справа, вот в этой в каждой елке может сидеть человек, и это самое ужасное. Мух я слышал, один, нет? Один. Окей. Если сейчас будет неудача и провал, мы спишем на неподготовку и первый раз, как первый класс. Да. Мы не виноваты, мы жесткие. Я все, я мертв. Да, это, кстати, не очень хорошо. Я. Yeah. Заяц бежит через дорогу. Не положено. Далеко бежать до... Он, ты, видишь, там вон елки впереди? Там впереди одни елки. Не, впереди такие, прям дорога уходит. Массивные делать. Такие, да? Да, и за ними как раз сразу А2. Хорошо, понятно, ломим. Будем бежать на пофиг? Я думаю, надо поаккуратнее все-таки. Нет, нет, кидаем гранату и забегаем. Нет, бежим в смысле на пофиг, там будет такой туннель с люком вниз идущим. И когда мы забежим в эту комнату с люком вниз, там мы остановимся, перегруппируемся, я кидаю гранату вниз и спускаемся. Окей. Тебе видней, прыгну. Мы там не были просто. Я так понял. Что ты говоря. Там наверху слева вдалеке. Зомби ходят, да. Поэтому... Да, да, кемпят, кемпят прямо сейчас. Можно разворачиваться, уходить, но мы же рискнем, правда? Конечно. Мы так что? Так, зомби постарайтесь все-таки не спануть, подальше от него прыгнуть. Вцеплять будем по-любому. Уже бежит на меня.
После того, что мы пережили в последние пару часов, я думаю, у нас есть шансы. Шансы есть всегда. Даже если бы я про неплохие такие шансы. Неплохие. Но тут уж как карта ляжет. У меня и у тебя пушка, которая с одного выстрела просто кладет человека на землю. Да, и у нас руки трусятся, как у людей, которые давно трубы себе не сушили. Ну да. Так, ребята, мы подходим, да, я так понимаю? Да. Вот в этих елках теряем зомби, по-любому. Блин, страшно. Да, поверь мне, это еще гребаные цветочки. Сейчас будет еще страшнее. В лаборатории есть особые виды зомби. Спасибо. Пожалуйста. Сразу так полегчало. Кровососы, да? Кровососы — это просто горстка педиков по сравнению с теми зомби. Ой, я тут вышел на какое-то здание. И Артур со мной, а где Макс? Я под стеной на 2. Блин, а тут реально у нас все трясется. Мы у этой стены, да. Хитпаки сейчас можно применить или не поможет? Да, да, применяйте, естественно, чтобы не заболеть. Я уже принял один. Я не вижу вас. Вы видите КПП? Япона мать, есть. Я стоял на том трупе свои хитпаки. Гриш, у тебя есть? У меня один только, и все, я его только что... И тут зомби на меня. Ладно, черт с ним, я все равно в упор стрелять, если что буду. Так, ты я по стену 2. Видите? Один, да, вижу, один, да, и второй. Так, ну а теперь, ребята... За мной, правда, зомби пытаются... За мной! Без остановок! Давай-давай, чеши-чеши! Враг давай, 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 там зомби. Сдается наш гордый варяг! Пощады никто! Если что-то шевелится, валите сразу, без не раздавания. Желает! Главное, шу... если кого-то увидите, валите сразу, Джек Шепард. Не, ну в прошлой серии был... Да-да, я пытался проявить дружелюбие, как вот... Не то место. И кто впереди? Он не знает. Есть. Фу. Пошли. Это я. Так, все, окружили, встали. Перегруппировка. Фу, блин, это было адреналиново. Причем мы совершенно вообще не знали, куда бежать-то нам надо. Ой, Артур, так. Тебя так штырит. Да, есть такой дело. Могу есть граната. Хитпаком. Хитпак. Возьми у меня из сумки и примени. Сейчас. Если я сейчас промахнусь гранатой, тресните меня чем-нибудь тяжелым после. У меня тоже есть граната, если что. Может быть, не М-ку взять или все-таки с этой штукой? Взял хитпак? Взял, уже использовал. Так. Я бросаю, ребят. Так, нам, пожалуй, выйти, наверное. Готовьтесь сходить. Нет, не бойтесь, не бойтесь. Я жесткий. Если что, внутрь тут забежал. Я попал, я жесткий. Я вхожу. Давай. Хорошо. Я прям за тобой. Спецназ. Лучше ждите, пока я спущусь. Если меня убьют, значит, не стоит спускаться сюда. Слышим. Спуск. Далеко спускаться? Я в лабе. Можно. Так, я пошел. Да. Я следующий. Блин, мы спускаемся в неизвестность. О, это так волнительно. Кровосос воняет внутри. Так, давай, Джек. Все, ты пришел. Ты спускаешься, как обычно, не как все. Блин, это место же из Сталкера. Я прямо знаю его. Ага. Так, ну что, я предлагаю кровососы валить. Или как думаете, тут много народу? Я вообще не знаю, тут есть народ, нет? Я без понятия. Вижу дымовухи, но нам толку-то от них. Конечно. Макс смотрит внимательно. Нет. Да, тут все жестко очень просто. Как там у вас? Да у нас нормально. Что у нас там? Я хочу уже поскорее внутрь туда. Высокое напряжение. Я не хочу идти первым. У меня не Артур, да давай ты как первооткрыватель, чтобы зрители твоего канала весь сок увидели. Я тебя прикрою. Да, я за тобой. Если что, там говорит там человек, кровосос сразу. Так, сейчас я прицел переключу на... Не общаемся. То есть здесь нет разговоров. Здесь да. Чисто замес. Мир там, не мир. Ну, в смысле, с другими, да. Я бы мог остаться на входе вообще, кстати. Ну ладно. Блин, почему здесь нет, не знаю, мин, растяжек? Я, кстати, когда другу, который про игру вообще не знал, рассказывал, он говорил, а там есть растяжки? Граната фраговая. Кому нужно, берите. Да, я возьму. Слева осматриваюсь. Так, я иду вправо за куток. Угу, УЗИ лежит. Я влево. Или мне за вами, или как? Не-не-не, иди, нормально, встретимся там. Мы тебя узнаем. Чувак с М14 и... Слева зомби близко. Тут какой-то кейс. Чисто. Что за кейс? Не знаю.
Патроны станок СД. А СДшные просто М4 подойдут? Да. Где здесь вы? Компы. Зашпилим в дейс. Да лучше в контру. Слышу звук. На ДДСе. ДДУСТе. Ага. ПДВ никто не хочет взять? Да мне не нужно. У меня самый любимый пистолет мой. Макарыч? G17. А, да, нормальная тема. СВД с камуфляжем. Я слышу пылесоса. Я тоже. СВД с камуфляжем. Супер. Так, я без думаю, патрона. Попницу пока закрываю. Угу. Тут два зомби лежат. Я разберусь. Тихо. Джек Шепард? Я. Где? Иду к вам. А, Артур, тут в трубе, кстати, сейчас будет смешно и весело. Иди сюда. Угу. Иди в трубу ты, потом Джек. Ух ты, СВДшка, а что ты ее не взял? Патроны. Патроны. Тихо! Кто стрелял? Выстрелы, не я, нет. Мертвый зомби. Где-то тихо, вон тихо, там тихо. Был звук. На шифте ходи. Я и так... Я ушел на вход. Кто-то прям гасит мощно. Пагни. Он справа, они... там, куда ты, Джек Шепард, ходил примерно. Ну там хочу... просто закрыта комната. Тихо, чё шифтел? Судя по всему, они сверху. То есть дети изучайте пока спокойно. Да, мы их можем услышать, если сверху будет связь. Я вернулся на вход. Тут спуск еще ниже. В трубу пойдем, что сможем? Короче, вы сами, меня там нет. Идите, я останусь здесь, все нормально. Ну хорошо. Кровавых тебе чертиков перед глазами. Ой, экзибит. Your dog, we hurt your leg. Some tunnel spying, so we... put a tunnel in your tunnel, so you can watch a tunnel. Отлично. Аккуратно. Так, я спускаюсь. Где ты, Гриш? Давай, я за тобой. Прямо за твоей спиной. Все нормально. Слышу кровососа. Блин, это мы где вообще с тобой? Не хватает закрытых помещений, правда, в игре? Ну, то есть таких они. Да, настолько это круто. О, так. Сейчас, подожди, я пересел. Я вспоминаю ощущения, когда я Half-Life проходил, первую часть. Здесь второго входа нет вообще, да? Только тот колодец. Mm-hmm. Это хорошо. Mm-hmm. А что за спуск еще ниже? А, там вода. Mm-hmm. Так, у воды там лежат станаги. Блин. А я уже набрал станагов, так что. Ну, я себе возьму, что. Они мне тоже подходят. Я продвигаюсь чуть дальше. Давай, я с тобой прям. Так, в консоли пишут, что только зарезервированные слоты остались. Пошел массовый замес, кик, убийство, рвань, кишки. Да. Хорошо, отлично, замечательно. Сенфилда, судя по всему, шмалили по кровососу, я почему-то так думаю. Ну, больше не по кому, просто люди кровосос, не умерли. Кровосос, насколько я понимаю, орёт, когда кого-то близко чувствует. Ну, он вообще всегда орёт. А здесь вот еще один такой подъем. Это что такое? Тут колодец наверх и лестница между двух цистерн. Это, наверное, к тому второму входу, у которого я был. Возможно. То есть здесь да, не Макс? Вход? Я прослушал. Там тут же два входа-выхода. Да, два. Один два через колодец, да. Другой через трубу. Ну вот, один колодец вниз и другой через... Ну тут ничего нет, тут даже лука нет. То есть нет. Это выход не на улицу, это на верхний нет, уровень, нет. Да? Да, на верхний уровень. Все это понятно. Вот слева, где я был в комнате. И все-таки СВД я хотел бы взять, но... Полез, нет? Я мог бы взять сейчас себе. В чешки бы закинул. Патрычи от калаша сброшу никуда, мне не нужны просто уже. Так, ну и пока что все тут, я ничего не вижу. Ну вообще прикольно, но я бы еще хотел, чтобы там еще куда-нибудь был спуск там вообще. Давайте я возьму мало. Вот эту пушку. G36 SSD. Она что, кажется, нет? Нет, ну, она SSD. Почти. Я знаешь, сколько патронов таких? Опа, слышу, наверху он где-то. У меня, конечно, одна обойма, но, в принципе, я думаю... Блин, оставить ее? Нет, на ней такой коллиматор хороший. Оставь ее, я эти SSD-шки находил уже много раз. Я взял себе слоты для этого. Станашки, да? Друзья мои, для СВД, поэтому как только вы соберетесь на выход, я... Спускается человек. Помощь не нужна? Не. Нога сломана. Так, эту пушку, блин, она для меня очень дорога. Я ее с собой возьму. Уж извините.
Занято! А как теперь подниматься будешь? А сверху не слышно. Джек первый пойдет. Да. Извини, Джек. А я готов. I'm ready to die, скажи. I'm ready to die. Ты крутой. Америка. Блин, как бы не упасть. Я же испугался. Так, все. Ты тут? Блин, я застрял. Как же хорошо, что я решил остаться на выходе. Фу. Сейчас бы были у нас проблемы. СВДшечка лежит. Да, это та самая. Как только вы подниметесь, я спущусь за ней. А я, блин, у меня даже была мысль сейчас пойти ее забрать, прикинь, я бы ушел, и тут тип такой, оп-оп-оп. Патроны к своей. О, кровище с него течет прям. О, капец. Офигеть. На меня льется кровавый дождь. Да, я сниму это. Пидец. It's bloody rain. Развернись, налево. Аллилуйя. Я понял, там для пистолета моего патрона. It's bloody rain. Для пистолета моего патрона. Па-па-па-па-па. Блин, офигенная пушка. Вот эту вот я давно хотел найти. Какую? Ну, G36 с глушаком. А, прикольная. Да, она такая приятно выглядит. Тут граната. Мы поднимаемся. Понял. Граната. Ну, что мы здесь нашли? Я нашел себе патроны, Артур нашел себе автомат. А я убил кровосос. Человека. Слышу кровососа. Да, на кровосос наверху. Ну, там, видимо... А у него, кстати, пушка... А, нет у него. Нет, это не К, это обычно КМ. Тут ничего нету. О, у тебя есть теперь масочка. Блин, на голове. У меня есть для вас плохие новости, короче. Угу. Я думаю, что наверху есть люди, реально. Ну, то есть, если Джек полезет, то он умрет. Я так думаю. Я пошел за СВД. Тихо-тихо, дайте аккуратно. Там ходит зомби. Зомби спускается, не обостритесь, это зомби. Mm-hmm. Я пошел за СВД. Ну, что, просто хочешь убить зомби? У тебя глушак есть? Кровавый дождь, реально. Ручная граната. Еще один зомби. Еще один, да. И еще один. Легко нам, бать. Я не хочу на вас свои патроны тратить. Да все ж примерно хорошо пока. Да нормально все. Да, сейчас... лучше, чем действительно ожидалось. Когда Джек сказал, что у нас шансы, то я сильно скептически отнесся. Я так, подожди, а если мы выходим, то куда бежать? Как если ты поднимаешься наверх, то ты ждешь всех наверху, а там решим. Джек. Ну я что, я буду, я буду помнить. Не, это лучше то. Я в принципе могу тебе дым туда прокинуть, чтобы ты в дым вылез. Давай. Я вот думал об этом, у меня тоже есть дымка, но вот я не знаю, останется ли она там. Он не вылетит, мне кажется. Да, он не вылетел, чувак, лезь так. Это сейчас зомби на тебя набежит. Поздравляю. Ну, передайте моей жене и двум дочерям, что у меня их нет. Что у тебя нет, да. Я только что... Шутка. Мы понимаем друг друга. Кстати, неплохо, задымить должно. Он жив! Я жив, идите ко мне. Я даже сейчас сам кину гранату. Блин, это боевая! Наверх, вниз! Нет слов просто. Ничего не произошло, все в порядке. Осечка. Я ее не соврал, фашист. Ну это была боевая, отвечаю вам. Джек, ты понимаешь, что сейчас произошло только что? Вдвоем-то просто пересекли. На самом деле, тебе повезло, потому что я был в секунде, чтобы сделать дроп-даун ладдер. Я хотел просто бросить лестницу и полететь вниз, а там будет что будет. Я могу с глушака, если ты уйдешь. Давай. А ты уйдешь? Сейчас я уйду. Я затыкался. А у меня, кстати, такая же повязка на башке, только и все. Да. Блин, я думаю, я прям в костюме. Нет, ты можешь нажать два раза альт и посмотреть на себя. Да. Да можно один раз зажать. Я предлагаю уходить. Куда? Вопрос хороший. Вперед! А, я сейчас упаду. Нет. Я упал. Ты сломал ногу. Я иду вниз. Я вообще убился. Макс, умер? Меня столкнуло, да, я упал. Блин, у тебя пушка была.
Да, мы подождем. Да что подождем? Я давай к мосту опять рванем. Давай, давай к мосту, встретимся уже там. Собственно, да. Серия насыщенная. Надеемся, вам понравилось. Убили человека, погоняли в лаборатории, оступились. Осечка гранаты. С вами был Шестрилов, Джек Артур. До скорых встреч. Пока. Не, на самом деле было смешно, да. Всем пока.